А вы молодцы. Ну, это же твой автомобиль медицинский, давай за руль. Ты же знаешь, я езжу не очень. Учись. Все патроны побольше возьму, буду постреливать куда-нибудь. Один, один, это нам развернуться надо. Свернуться налево. Значит, GPS нету, да? Нет, по-моему, у всех GPS должны быть. Не, нету. Вообще, блин, медику GPS не давать, это просто кощунственно. Надо заберите, у меня нахрен не ушел. О, спасибо. Что, я знаю, где я знаю, да. Принял ждать, пап. Прямо в нем. Серьезно? Да, но он, скорее всего, сейчас на гору поехал. Принято. Штат КС на дальний? Штат, медики у тебя? Резко был на окзале. Кто-то был. Уже уехал. Штаб, 1-1 АВ говорит. Можем подтянуться к этому беттеру, выбить, если нужно. Принт. Так, у нас задача выбить беттер. Принято. А тут поле прям, да? Ну, чуть-чуть возьмем деревья. Западнее, походу, те. Его по-любому охраняют еще. Кому медик на штабе нужен был? Могу обратно подъехать. Не, мы встретили медика РВ. Ну, спасибо. Шайтан в этой зеленый пехот может быть. Да, понимаю. РВ, пехоту РВ прессует АГС, БТР и пехота. Ну, смотри, ребята, чтобы на других направлениях шухер был, нам не дают покоя. Придет все-таки попол. Я с оптики могу прикрыть. Что еще там докладывает мне боец на металлгрид? Давай я пойду первая. Видел попадение, потому что... Ты медик, куда? Не, забейте, чё. Ярче с тобой, ты, блин, как бы это с оптикой. Ярче пусть идет первый. Скажи. Ты меня лечить будешь есть ещё? Ну он там один, если тебя пуль накроет, я тебя не спасу. Видимо, вы не можете испугать. Но это не будет, а время движения. В этом лесочке есть один. Пех? Пех бегает, да. Раз. Видишь, видишь, да, как к этому подходит? Вижу, вижу. С биноклем. Так, я за кустом спрятался. Все, смещайтесь на зеленый. За деревом стоит, мог бы убить его. 308. Смотрит сюда? Он в карте стоит, на карту смотрит. Могу убить его сейчас. Попробуй. Это пальба, конечно, сразу поймут. Он перегонит. Ты можешь к РВ приехать сюда, на мат? Попал, попал. Беги, 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 быстрее перебегай. Кабанина смотреть лес, кто сможет на врага звонить.
Идем к вам. Скажи, какого курса зайти? Слева, запада? Куст не пробивается, он дымы кидает. Здесь подозрение, что выбили бэттер. Понял, зайдем за. Там же горит, на том месте. Понял. Так, ДВ-2 я пока меняю. Может, кто не услышал, ДВ-2. ДВ-2. Вертолет ПТФ на ДВ-2. Так, Софа, давай тоже иди. Вертушка раз, на ДВ-2. Так, АГС, походу. Наш? Не знаю. АГС союзно работает или у нас нет АГСа? АГС, да. Ты его там больше не видишь? Принято. Да, он ориентировался. Скорее всего. У них АГС работает по Черному Кресту, вот того шайтан. А инфы по бетеру нет. Если там бетер взорвали, мы убили пехов, вероятно, там никого нет, раз они туда работают. Критическая ошибка. Работа лаунчера прекращена. Он долго запускается. Он сейчас запустился вроде. Ярче вылетел, судя по всему. Так, я тут. Да. Ярче. Так, вижу наблюдателя. 230 от нас в поле. Не видно, откуда стреляют. Да-да-да, я попробую найти, не вылазь. А я вижу трассеры, да-да, он подавляет. Критическая ошибка. Работа лаунчера прекращена. Опять лаунчер упал, сука. Блин, ну ярче труба, а там пихи. Ярче. Прием. Ярче. Ярче, быстрее. Окоп на 210, окраина леса, там пулеметчик лежит где-то. Сейчас попробую перезайти. Как еще раз, а сколько? 210. От ангара 210-220, там окоп, там пулеметчик. Может, ахаешку кинуть. Только аккуратно. Когда с Гришина пойдут в триггер. Да, я видел. Там союзников полно рядом еще. Вряд ли они через поле к нам пойдут. Прям. Опа, сидит пех. 20, кромка леса со стороны взлетки. Там маленькие окопчики, слева от окопчиков чел в елке. Смотрит на нас. Вот, 220, окопчик, я же говорю, я туда стрелял. Давай, Ярч. Короче, буду стрелять по нему. Ранил. А,
метал, твоя синяя. Там как раз вот видно дома, крыши домов, и сразу справа елки, короче. У меня боец идет чекать. Понял. Чуть-чуть бы подальше. Пойдет. Видел еще одно пеха в елках. 270. Да. У вас вы на актуальный? На актуальный. Хорошо. Раз. Вам медики нужны? Да, да, метку поставил. Выезжаю. Раз, у вас там война там была или что? Там. На связи. На северо-востоке поставил метку, пехота вражеское отделение сидит. Ведем бой, житев говорит. Принял. Шайтан, метка калаш, металл от тебя на востоке принимай. Где-то там работал. Принято. Дали метку в тылу, посмотрите, в поле. К нам идет, надо встречать. Сейчас попробуем их найти. Грек живой? Выйдите к ним на короткий. Грек. Грек? Да, нас трое тут. Партизаны дурацкие. Да. Да, принял. Начинайте смещаться на юг аэродрома. Принято, как дезорвался бы. Борис, дай на себе меточку, и все скинем пополнение. Машина актуальная. Понял. Он же сказал, что тянется на краб. Вы на актуальной до сих пор? По мне семерка. Живой? Отошел, да. Медики, вы едете? Рации, вы спрашиваете? Да. Я подъехал, куда? Точнее. Вот прямо вот на желтую метку подъезжаю, видите? Прокол сбегает. У нас? Да-да-да. Поверху бежит. Дам дым в сторону. На юг, по югу бежит. А, вот Софи, а Софи как раз. Убили? Ох ты ж, блядь. Так, Софи ранен. Ранен. Живые? Ты пеха убил? Нет, пех двигается еще. Или он уже не наш? Нет информации. На твоем смаве, да, он был? Да, на моем смаве, где
где дымы, он дальше домов в той сторону. Скорее всего, к Софи пошел. От дымов сориентируй. Запад. Так. На связи. Не вижу движения. Мне кто поставил. К дымам подхожу. Помогай, я тут стою. Убил. С трубой, да, был? Да. Попытаюсь Софи найти сейчас. Так, с какой стороны идем? А, с западной стороны на юг идете. Три. На южный прибыль. Вот она лежит. Я нашел. Ну, это все. Прям граната на нее попала. Она постреляла, надо отходить сразу. У нас? Да. Поверху бежит. Там на юг сторону. На юг, понял. А, вот Софи как раз. Убили? Убили. Самой кидать гранату. Тихо. Они поняли, что мы убили его, сказали, давай назад. Один сказал, поздно, я уже здесь. Тихо, не говори, пацан, давай через сдвиг поковы. Давай. Сдвиг делают. Тристек, на связи? Пришли по этой кромке поверху. Я понял. Я к дороге отошел. Нет, просто наш лес посмотрим. Мне кажется, это западные по КВшке говорили. Они с запада к нам вот как раз и идут, скорее всего. Эти бы тут уже мы их увидели. Давай обратно на запад идем, аккуратно. Ярче жив? Да. Там уже пехи ходят наши союзные на западе в том лесу. Давай до нашего леса доходим до края и потихоньку тоже будем идти. Там у тебя как раз такая тропинка из деревьев идет туда дальше. Связь. Я рядом с этой тропинкой, Харрис. Не надо уже забить. Да. Проходи уже без палева. На метке раз синоптик расстреляли. Ну да, макароны заряжены. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.